И всем здорово, друзья! С вами Гроспер. И сегодня я покажу, как запустить GTA 5 на очень слабом компьютере. В частности, я буду показывать на примере ноутбука с двухъядерным процессором от производителя Intel. Так, в общем, что нам надо, чтобы запустить GTA 5? Так, ну, короче, смотрите мои настройки моего ноутбука. Так, в общем, процессор Intel Celeron B820 на 1,7 ГГц. Как я уже и говорил, два ядра. Дальше у меня установлено всего 2 ГБ оперативки. Так, и получается 64-битная система. Дальше, значит, видеокарта у меня Intel HD Graphics. Так, вот, на 772 ГБ. Так, в общем, вот полное его разрешение. Также здесь можно еще посмотреть процессор, файл подкачки, DirectX, мои видеокарты 11, то есть. И снова систему мою. Так, ну вот такие вот настройки моего ноута. И сейчас я буду показывать, как же запустить GTA 5 на этом ядре. В общем, сразу говорю, вам нужно скачать файл настройки для GTA 5. Так, что это за хрень вышла? Вот, в общем, я его выложу в свою группу ВКонтакте. Переходите туда и вот скачивайте вот этот файл настройки. Так, после того, как скачаете, здесь находится такой файл. Settings. В общем, что в нем надо изменить? Так, открываем его блокнотом. Листаем вниз. И, в общем, вот здесь нужно вписать свою видеокарту. Так, вот как узнать видеокарту, я уже вам показал. Это заходим выполнить, вводим DXDIAG и дальше вкладка экран. И вот ваша видеокарта. Дальше ее копируем и просто вставляем вот сюда. Так, ну вот, в общем, у меня Intel HD Graphics. Так, в общем, после этого переходим по пути в свои документы, потом в Rockstar Game, GTA 5 и скидываем этот файл вот сюда, вот с заменой. Так, вот, в общем, он у меня уже заменен. Вот получается моя видеокарта. Intel HD Graphics написано. Так, вот здесь ничего не надо менять, только свою видеокарту вот здесь посередине поменять и все. Так, дальше получается, вот вы все сделали. Так, это нам не нужно. Заходим в нашу GTA 5. Так, вот, в общем, запустили мы GTA 5. Так, ну пока вроде все работает, вот уже появилась первая заставка. Но сейчас я расскажу одну проблемку, которая возникает вот на таких подобных ноутбуках, как у меня. В общем, игра может дальше просто не загружаться. В общем, как решить эту проблему? Мы просто берем, сворачиваем эту игру и все. Ждем на рабочем столе несколько минут, не знаю, минут две. Ждем, пока она прогрузится. И после чего мы снова разворачиваем игру. И вот она запустилась. Сейчас дальше пойдет загрузка. И все будет нормально работать. Только предупреждаю, будет тормозить. Потому что, ну, сами понимаете, мое железо. Кстати, насчет того, что я снимаю со смарта, сами понимаете, что нет смысла записывать с какой-то программы на таком-то железе. Поэтому придется записывать пока со смарта. В общем, смотрите, как он ее тянет. Сейчас идет пока загрузка, я пропущу этот момент, чтобы не занимать много времени. Так, ну вот, наконец-то она загрузилась. Шло это где-то минут 5-6, но обычно у меня бывает, это проходит за минут 10-15.
Очень долго она загружается. Так, ну вот сейчас мы находимся в доме Тревора. Так, ну давай, вставай. Так, ну вот сейчас уже немножко потормаживает. Если ему дать прогрузиться минут 15-20, то она, в принципе, будет более-менее нормально идти. Так, ну вот, давайте выйдем на улицу. Так, где тут у нас эта дверь? Так, вот она. Так, давайте выйдем на улицу. В общем, вот так вот хреново у меня тянет эту игру. Невозможно играть. Очень долго надо ждать, пока все прогрузится. Все жестко лагает, зависает. Так, ну давай, спускайся. Так, ну давайте немножко побегаем, посмотрим. Так, давай, побежали. Так, ну я пока поставлю на паузу, подожду минут 15-20, чтобы прогрузился, и потом буду дальше, получается, записывать. Покажу вам, как ее тянет. Так, а, кстати, насчет настройки графики. Вот, смотрите, какие у меня настройки. Так, графика. Так, вот, получается, у меня стоит DirectX 10, разрешение самое минимальное. Дальше сглаживание все выключил, понятно. Так, вертикальная синхронизация 50%, здесь все выключил. Текстуры стандарт, шейдеры стандарт. Так, вот тени у меня полностью выключены. Качество отражения стандарт. Частицы стандарт. И вот настройки спецэффект тоже все стандарт. Ниже я ничего не могу поставить, поэтому вот только так. Так, ну вот так вот все меняет этот файл конфигурации. Получается, вот у меня сейчас занимает видеопамять 380 мегабайт. А так, без этого файла у меня занимало вообще дохренище мегабайт просто. И было вообще нереально играть. Так, ну вот, друзья, я немножко покатался по городу. Ждал, пока все это дело прогрузится. И вот, в общем, сейчас тянет вообще идеально эту игру. В принципе, даже можно играть. Правда, графика не очень, конечно, с такими настройками, как у меня с этим файлом. Но все же играть можно. Так, ну вот сейчас где-то выдает примерно FPS 10, 8-10, где-то так примерно. Хотя даже бывают скачки до 15. Вот сейчас, возможно, 15 FPS выдает. Очень хорошо сейчас пока играется, я идеально так его прогрузил. Так, ну вот давайте немножко поездим, посмотрим, как у меня все это дело тянет. Так, чуть меня не занесло, конечно. Вот теперь точно занесло. Так, давайте, поехали. Так, вот отсюда уже видно город. Кстати, насчет этого файла у меня... В этом файле, кстати, тоже изменено... О, тачка нормальная. Изменена также дальность прорисовки. Так, надо ее догнать. Ох, нихера. Так, давайте догоним вот эту вот комету. Стоять. Да куда ты пошел? Так, где мое оружие? Давай быстрей. А, все, не успел я, короче, пока он прогрузится. Все это дело тормозит. Нет, уже невозможно попасть. Так, нахер садимся обратно. Так. Давайте, поехали. А, ну-ка стоять, вон там нормальная какая-то красная тачка. Вполне таки неплохая. А ну вали нахер. Вали с нее, я сказал. Так, давайте, поехали, давай. Так, радио выключим. Так, давай, давай, погнали. Пока за нами копы.
не охотились. Так, ну вот, в общем, сейчас смотрите, как у меня все это дело происходит. Вроде, в принципе, играть можно. Так, куда поехать? Ну, давайте прямо пока поедем. Хотя, ладно, давайте повернем налево, посмотрим. Вот сейчас меня что-то немножко зафризило. Блин, еще куда урод впереди тут едет, давай. Так, ну вот, немножко сейчас подвисает. Так, осторожнее, это дерьмо ломаем. Так, ну вот я уже немного помял свою тачку. Черт, нихера меня куда занесло вообще. Блин, лишь бы только не взорваться, давай на колеса. Фу, повезло. Я уже думал, сейчас взорвусь нахер. Как меня развернуло, блин. Так, давайте, погнали, погнали. В принципе, даже неплохо так тянет эту игру. Вообще нормально, в принципе, играть можно. Так, опять меня куда-то заносит. Блин, что ж такое? Так, давай, давай, приди, машинка. Что ты тут ездишь? Уйди. Так, давай, погнали. Давайте сюда поедем, наверно, посмотрим. Ну вот я говорю, играть нормально. Все хорошо. Иногда подвисает, но ничего страшного. Главное, что он тянет эту игру. Так, еще могу отметить, что вот в загородной местности очень хорошо у меня тянет эту игру. Там очень хороший FPS. Ох, блин, встречку выехал. Чуть не вмазались. Так, ну вот. Как я сказал, в траве у меня все хорошо играется. Так, осторожно, блин, опять меня заносит куда-то. Так, давайте. Блин, куда я поехал вообще? Так, давайте сюда. Осторожнее. Дерево тут еще, блин, мешается. Так, снова давайте как-то надо выехать на дорогу. Так, вот, давайте выезжаем. Ну вот, пожалуй, я буду заканчивать с этим видео. Вот такой вот был способ запустить GTA 5 на очень слабом ПК. Так что скачивайте эту игру, запускайте, не боитесь, все будет нормально работать. Так, ну а кому понравилось видео, ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на мой канал. Кстати, кому интересно, можете посмотреть мои тесты на этом тоже ноутбуке. Делитесь этим видео с другими, если я вам помог. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Гроспер. И всем пока, ребята. Ждите новых видео.